Харри, сегодня в выпуске я расскажу о своем проекте Angel of God at Money Blues Root 1997 года выпуска. Но все равно придется рядом. Короче, смотри, сейчас будет много интересного. Присутствует мой клуб очередной серии Metal TV. Сегодня скажу о своем проекте Angel of God, альбоме Blues Root 1997 года, написанный в 99 году. У меня, к сожалению, не сохранилось. Я его прессал, я их все продал. Вот есть репресс на кассете 2017 года. Короче, сейчас буду рассказывать. Начиналось все с вот игры моей на гитаре. И вот есть, кстати, симфония смерти, например, вот песня. Тут, короче, идут табы, тексты. Вот покажу. Кстати, профессор, хочу. Это все. Это и фото. Гений Джек. Джек Гирошин, да. Yes. То есть тут много в этом альбоме. И в 1666 годе, и в «Ненависти» альбоме, и в ТСДМ, и в «Дисгармонии» есть. Короче, везде его есть песни. Ну, то есть не песни, а стихи, да. А я делал музыку на эти песни, да. Вот. Я использую не только свои тексты придумал, но и вот и в этом альбоме я решил, да, эту фотку сделать. Сейчас покажу. Да, сейчас покажу. Вот, сейчас покажу сейчас. Вот так выглядел первопресс диска. Логотип обычный, да, вот это я сам рисовал, Дезланд. Вот это, кстати, песня «Умопомешательство» и «Извращенность». Тут, вот так вот он выглядел, диск. Так, вот, фотка. Да. Вот. Так, сейчас буду показывать. Вот так, итак. Я на Blood Metal, вот, 35 хлын тому я писал на у своей группы в Фейсбуке. Angel of God, да, Рихов же 1990, 2000 год, да, Максим Вехов, я тебе успехал, да, мог сказать. Максим Вехов, ох, я сегодня Максим Вехов, сентябрь, да, улицы еще лют, мы так пекло, не шестое движение, бря на ут, все лето, когда мне мешает, кончится они вперед, нужная на ту, блядь, ю, даже Закновская, это ю, сегодня пасть, что ролик, паная же, альбом из, не меч, посвященная земля, так, кстати, да, это смерти на тех, Запад на генторическая нас первая жизнь, как и от тех окупа, блять, которые ведет всем, как пиздец. Вот, кстати, не на всех рамистов, всем будет они приблизда. Я всеобщий вижу прогресс, потому что чай дохужает, но не понять пиздец, что они получают. Они получают, а у я денег, те же день снимают, заходятся, получают денег, и потом их не будут использовать. Их убьют все, как их же сами исполнить берут, блядь. За и сражение электричества. Закалы, короче. Человек. Вот. Дивибил. Альбом, блядь, от смерти. Я его в 97-м земля вдохновлял с органами, группами в далеком Бен году, в Карбонасе, таких, а вообще, как Циник, ну, не шит фокус, да, из этого, да, офигеть. Ну, это вообще, на спирта, Эллен Бенс. Особое трио дал ходить Девас Гармонику и дал радиосты вообще 90 оркестр 93-й идет там второй ранее тоже сцены теперь вообще бомб мембер и том и джо это где бля нос ты гба бэт да горит год блин ну это вообще знаешь и фэс на альбом че фан какие-то блин позабыл класс и мы еще все жих блин в риси о назвать лица и конец типа как раз дан много пемерия или это как же одна джим альбом шитель здесь он стил дэс был или джек паттер вот или блюд эти поставил это он ты сейчас я длинная тут минут она у меня на 8 она такая
Ну и слушай, а я потом. Вот, вот. Да. С вокалом ты жестким, блин. Таким. Вот вот метал. Да, включает разнообразные по содержанию новые песни. Ни один кавер песни с альбома Дэм не навесь песни. На письмо хе мать. Кавер это. Вот он сейчас включит третья песня. Вот. Это ночной кошмар, да. А, вот. Вот. Вот эта песня. Смог я его полноценно написать лишь в 99 году дома. Я сам играл на всех инструментах, сам вокалил, сводил меня все дома, а членили мне в 99 году в студии Немцова в Одессе. Там же я как раз и познакомился с дизайнерами Юлией и Димой, по-моему, я не помню. Он как раз и делал, а они как раз и делали мне дизайны практически ко всем моим проектам периода 90 по 2000 год, включительно, да. Вот, кстати, Десин Байрук 20 18 54. Вот тут, короче, да, НН Студио, телефон тут был городской, не знаю, сейчас действительно или нет. Вот этот их не лейбл, да, оформление делали, да. Вот тут все песни до 2007 года я все песни в основном исполнял на русском и украинском языке, да. Если у меня еще вот, там дальше будет альбом Death, там одна песня на стихи Тараса Григорьевича Шевченко. Еретик, да. Вот. Вот это я показал, да, вот это. Вот так выглядел первый пресс. И, ну, кассета тоже выглядела вот так, тоже оформление. Те же картинки использовались, но у меня этой кассеты нет, у них только вот репресс. Вот если бы у меня были картинки, то кассета была бы тоже на этом лейбле тоже такого плана сделана, ну, наподобие. К сожалению, у меня нет, ничего не осталось. Так, да, сейчас вот подойдем дальше. А, да, тут есть одна, да, вот. Ах, да, есть тут одна песня «Умопомешательство и извращенность». Сейчас я ее включу. Вот она. Тут качество, да. Ну, как раз у меня, короче, был этот самый альбом первоначально вот в таком, ну, плохом качестве, как вот «Ненависть» от СДМ, короче, да, вот. Вот, слышите, как оно звучит? То есть, когда я писал с мафона на мафон. Да, бас тут, короче, да, использовал. Вот, короче. Это самое. Но этот альбом я дал. Ольга Нимфоманка попросила, я ей подарил. Дисгармонию альбом и вот этот Дедлан, да, два диска ей подарила, она сказала, ой, классно, офигенно, блин, что ей там, не, ну, конечно, вообще не в кайф было, хотя, с другой стороны, сейчас она говорила, это очень ценные вещи, на Западе очень такие вещи ценятся, может, она их продала, а может, себе ставила, не знаю, короче, я с ней давно уже не общаюсь, слава яйцам, вот, короче, такое дело, да. Но надо было, конечно, не оригинал отдавать, а сделать копию. Ну, у меня тогда, я же говорю, у меня компьютер появился только в 2006 году. В день концерта Хипокрисии Nocturnal Mortem в Киеве, да. А это, а я с ней встречался 2000 какой-то там, 2004 год, по-моему, да. Давно, короче, это было. Вот, и подарил ей эти диски, да. Полгода с ней встречался. Вот, классная чувиха была, с одной стороны. Ну, а то уже не важно. Я не люблю кости перемалывать людям, которые ко мне хорошо тем более относились. Вот. Если какие-то пидоры, то им можно кости переломать, блядь, так сказать. Перемалывать. Ха-ха. Вот.
Так, ну вот я как раз вот эта песня играет сейчас в этом ролике, да, вот использовал тогда самодельную электрогитару, акустика, звукачи мы, короче, этот там Шурик, он, короче, тогда он или я, не помню, ну, короче, телефонные автоматы и ломали там эти, как его, трубки. А, подожди, не так. Не ломали, а находили сломанные телефоны какие-то там. И, короче, да, снимали эти, по-моему, эти, я не помню. Да, и делали из них звукосниматели. Короче, и это я тоже кому-то подарил или кто-то мне спиздил, я уже не помню. Короче, где-то фотографии есть, но их надо искать, я не помню. Не могу их найти, дети оцифрованные фотки, потому что таких фоток тоже у меня, вот, ну, таких фоток у меня вот это и все. Вот. Ну и да, и также этот релиз продавали на лотках фирмы Лира. Это сейчас Динамо, а потом Динамо был, потом Коловорот. Самым ходовым был 1001 смерть, да. Ну не знаю почему. Но я догадываюсь, почему потом. Поймете почему. И самым малопродаваемым Дисгармония, это да. Авангард Black Death Metal, это такой стиль музыки, что не каждый его это самое, не каждому он понравится. Да, вот, кстати, дискография, чтобы напомнить, вот Deathland 97 года, да. Вот. После, да, завершения своего договора, скажу, фирма, я ставил свои альбомы, аудиодиски и кассеты. И сам реализовывал свои релизы на кассетах и на аудиодисках. Часть тиража подарил своим друзьям, как и репресс. Этот альбом был выпущен в 2016 году на Culminus Records. Вот он. Я тут сделал другое оформление сам. Вот, тут фотку взял с этого. Кстати, вот отсюда же вот фотка моя, да, с моей вазой. Я делал, работал на скульптурной фабрике, короче, и создавал надгробия, вазочки всякие, которые стоят по городу Харькову, там около магазина, по-моему, Домино есть, аптека какая-то там рядом, и еще, ну, короче, полно. Памятники, надгробия делал. И вазы, вот эту вазу делал там какой-то крутой бабе, которая приходила с грязными ногами. Не знаю, может, не хозяйка, а какая-то это. Вот. Ну, короче, да, тут на английском языке, а вообще это все исполнялось на русском языке. Тут что-то написали black metal, но это вообще death metal. Ну, это, блин, уже ладно, это эти чуваки. Вот. Короче, можете купить вот за 8 евриков у них. Либо у меня дешевле, намного. Вот, ссылочка в описании к этому ролику есть. Там ссылочка написана там на английском языке, ссылочка на Facebook. Можно купить на аудиодисках, на кассете и на и формате Wave. Это цифровой формат. То есть, принцип я уже рассказывал, еще расскажу потом, но не сейчас. Как можно купить этот альбом. И, кстати, я разместил... Да. Продолжаем дальше, что там. И на Vibre Shackle Records, вот. Вот этот альбом, вот он. Тут дизайн, с дизайном помог мне, вот, сделал дизайн, кстати, вот. Хозяин этого лейбла, Сергей Гордиюк, да, «Темная вера», кстати, у него журнал был, да. Вот так мы с ними познакомились, он делал рецензии на мои альбомы. Я бы хотел эти, конечно, рецензии иметь у себя, но я, опять-таки, куда-то, кому-то их по пьянке или еще как-то подарил, короче, у меня их нету, этих рецензий. Вот у него 6 евриков стоит этот кассета. Вот, покупайте. Вот это за 8 евриков на диске. Это в Москве покупаете. Ну, вот, кстати, мой YouTube плейлист, посвященный этому стайл-тректу, мой лучший. Это самый, я по моих ходовых, это сам
альбом, поэтому давай я поставил альбом во главе. Мы его, знаете, на обложку. Вот тут мои все эти самые. Да. Так, это вот. Тоже подписывайтесь на каналчик. Так, ну и что там мне, да, вот. Кстати, вот, да. Все мои, ага. Диски с этим лейблом. У меня и все мои авторские кассеты и диски с этих лейблов. Кое-что было в двух экземплярах. Оставил себе по одному, остальные продал и поменялся с другими музыкантами на их релиз. Например, этот альбом на аудиодиске я поменял на аудиодиск проекта Эрих. У самого автора данного проекта. Сегодня я расскажу, ну, для о казусах с этим релизом. Я уже их рассказал о казусах, что вот у меня последнюю копию тиража 90-го года я продал несколько лет назад американцу через знакомого на Дискоксе. Знакомый — это злой гуманист Сергей Ильичев. Да, спасибо ему огромное. Вот, продал последнюю кассету. Вот, я ему предлагал много вариантов кассет, но ему понравился этот альбом, и он его купил за, не знаю, гривен 100 с чем-то, да, эту кассету последнего, последний тираж 99-го года. Записано с аудиодиска, качественно все. Да, вот, думаю, по-новому. А, и у меня не сохранились дизайнерские макеты тех времен на этот альбом. Да, это факт. Что-то не сохранилось. У меня там много нашло. Не сохранилось, или куда-то дели, или Ика спиздила, или еще кто спиздил, не знаю. Короче, куда-то оно делось, блядь. Может, где-то и есть, но я не могу найти. Получается, где-то на процентов 20-30 у меня тех времен нету дизайна, да. Думаю, по-новому сделать дизайн на кассету на двустороннем цветном принте 2020 года и выпущу, как и все мои релизы тех времен, ограниченным тиражом 20 экземпляров по 50 гривен за кассету. Цену я снизил в связи с плохим материальным положением из-за кризиса. Покупательская способность сейчас очень низка по сравнению с предыдущими годами. Мое преимущество — я автор, и мне не нужны накрутки на оплату персонала и аренды помещений, как в магазинах, ну и как на самых на сайтах, там надо за трафик платить, короче, что-то вот. Вот уже смотрели. Владик, Игорь не читайла, Сергей Чулков, Джаган. One Band Dem. Хайли. Metalheadе. Максим Вехов желает вам успехов. Ха-ха. Спасибо, что уже посмотрели. Это, так сказать, мой... Посмотрели этот мой уже... Вот, переглянутый в СИ. Тут надо так делать. Вот, Angel Rabat, вот, вступай в эту группу. Всего лишь тут пока 20 участников. Приватная группа. То есть твои данные не будут никем использованы, ни мной, ни посторонними мудаками какими-то там, которые лазят по загальным группам и используют данные людей. Вот. Ну вот. Да, кстати, кассеты мои можешь покупать на Улексе. Вот. Ненависть есть 50 гривен. Вот. Диджей Колдун 30 гривен всего. Сплит. Вот, что там дальше? Вот, Стон альбом. Проекта, да, вот. 50 гривен. Вот, Доминион минувшие века. Raw Black Metal 50 гривен. Перопресс, так сказать. Вот, Хигвальд. 100 гривен, да. Сумочку можешь купить, что мне она не нужна, новенькая. Вместительная. Вот такая сумочка. Вот в нее влазит он столько полезных вещей. Вот, Конституция Украины даже влазит, блин. Диск в подарок тому, кто купит.
Вот, ручка пластмассовая, мощная. Смотри, какая ручечка. Покупай сумочку, да. То есть тут 5 отделений. На змейках все. У меня такая сумка была. Ну, я сейчас не работаю на таких работах, где надо там брать это вот низ. Это новенькая. Вот здесь. Это дно сумки. Вот ручка, все новенькая. Это специально сфоткал, чтобы вы видели, что она новая. Вот, короче, да. Вот, инсес сейчас расплаты, да, вот 50 гривен. Тоже потом буду рассказывать о своих проектах дальше. Так, вот, гигавайт. 50 гривен, вот мои авторские копии, так сказать. Вот, сам DVD, да, это кавера на Комби Крайс, вот. Порнопартер, альбом, вот Angel of God, 50 гривен. Да, кстати, тут какой-то мудак мне написал, наложка отсылаете. Конечно, наложка отсылает за 100 гривен, да. Вот я тут еще продаю чужие, ну, группы, вот. Вот еще Порнопартер, он, по-моему, Микротисин, 50 гривен стоит. Вот Патогенный эгоизм стоит тоже 50 гривен. Это вот дебютный альбом, второй альбом. Порнопарта, да. У меня их много, конечно, но я пока что выставил только эти, да. Потому что на улице платить смысла нету. А, еще у меня что тут есть? Еще у меня есть неактивные объявления тут, да. Вот футболка. Ну, платить за нее Рамштайн 250 гривен, новенькая. Покупай. Вот она. Покупай, 250 гривен, новенькая. Размер 50-52. Новье. Неношенная. Платить надо. Учебники продаются. Вот Саксон 20 гривен. Вот Мортис 20 гривен тоже диск. Вот Soul Skinner 300 гривен. Вообще, ну, новье. Origin 450 гривен. Ну, это вообще Technical Death Metal, да. Это вообще раритетиш, вообще новенькое издание. Ну вот, с этим разобрались, так сказать. Вот. Так что вот такие казусы у меня происходили. В этом самом. Этот альбом я тоже размещу, я думаю, на следующей неделе. Вот, во вторник или четверг буду размещать. Да. Ненависть размещу альбом от SDM. 1666 год уже размещен. День гнева также размещен. Ну, а остальные в следующее воскресенье буду размещать о альбоме Тресс. Да. Вот, да. А тут я использовал вокал какой-то вот Пети. Типа Криси. Типа Крайск. Как оно там? Петь правильно, блин. Типа Криси, короче. Лисимпия, да. Вот, короче, вот это да. Это вот афиша, да, вот так делал вот. Это вот бах, да, кажется, это вот был такой у меня сами звук, да. Кажется, вот здесь харьковская группа, это да, вот в этом году. А благодарен Евгению Гапону, князю Варгу. То, что он мне дал. Вот. Да. Вот эту продавать кассеты на их точках. Или это не водка, типа, не знаю, назвать тоже не нам. То есть, ну все. Подписывайся на мой канал. Макс Пехов, желаю тебе успехов. Да, совсем забыл. Что я использовал для записи этого альбома. Микрофон Philips, электрогитару Ibanez Бабкина, Honda, по-моему. Еще у меня был Джексон, или Джексон потом купил, нет, Джексон, по-моему, 2000-х я купил Джексон, ну да. 505-й Zoom, подключал я еще этот самый, как его. Tascam вот использовал, да, вот порта, ну, на схему. Без компьютера у меня тогда не было, да. И боссовский Metal Zone, да, вот, да, провода качественные использовал. Провода использовал качественные. Покупал в Атланта Шоу на кучу дней, да.
Вот. Ну и комби код использовал вот этот. Тоже через него. И в линию писал, да, в линию. Писал в линию и кое-что через микрофоны конденсаторные комбику подключал, подставлял комбику и подключал вот сюда, чик-чик-чик. Вот. Короче, как-то так. Ну, вокал примачивал через Zoom 505, да. Вот. То есть компьютера у меня тогда не было. Потом, после того, как я записывал тут, потом сводил на маяк магнитофон, ну, у меня маяка уже нету магнитофона, не осталось у меня таких вещей, вот, и потом давал человеку, он уже мне все это дело, уже чистил там на компьютере и давал мне матрицы болванки. Ну все. Максим Вехов, желаю тебе успехов. Пока-пока. В следующем выпуске. В воскресенье я расскажу об альбоме Death. Сытный кетч без твоих мозгов. Кетч без головного мозга. В этой песне используется соло перекручивание человеческой плоти. Сладкая жирная девчонка. Соло тебе каркас.